К другим темам. В Ангарске стартовала бесплатная вакцинация от гриппа. Чтобы поставить прививку, в поликлинику идти не обязательно. Сегодня у Дворца спорта «Ермак» дежурил мобильный медицинский пункт первой городской больницы. В специализированном автомобиле работала медсестра. Любой желающий мог пройти медосмотр и поставить вакцину «Савигрипп». В этом году ее состав усилен штаммами всех сезонных вирусов. Те, кто не успел привиться, сможет это сделать 24 сентября. Экипаж медиков будет дежурить на этом же месте в четверг с 3 часов до 5 вечера.